У ефірі програма «Навіть регіону» у студії Кристіна Каранкевич. Вітаю вас і у гетим випуску глядіться. Безпечні умови праці, сучасні підходи до охови правоработників – усе, каб зменшити травматизм на витворчості. Грибника шукали 10 годин. Врятувальники нагадують правила безпеки. Теперішні студенти у якості консультантів для студентів будучих. Волонтерські отряди працюють під час уступної кампанії. Три організації створені з початку года у Хотинском районе. Разом с тем, керавництво в области упевнено, что задейничены покуль не все резервы социально-экономичного развития района. Рабочая группа Могилевского облвыконкама на местах подробязно вывучая ситуацию у каждом районе. Хотинский район по выниках социально-экономичного развития за полгода, по словам специалистов, находится на 13-м месте в области. Идет действительно улучшение, оживление экономики не только в Хотинском районе, в области, в республике в целом. Поэтому есть серьезное, существенное улучшение, значит, и экономических показателей в том числе. Это выражается и в выручке на одного работающего, это выражается и в объемных показателях по сельскому хозяйству, выражается в экспорте продукции Хотинского района. Працовная группа Могилевского облвыконкама давала слушные парады, как притягнуть инвестора, как повысилась на предприемствах заработная плата, что в свою чергу притягнет в район молодь. За 6 месяцев на Хотинщине створили 3 организации, 2 из них – фермерские господарки. У нас есть полезные ископаемые, такие как трепел. Значит, одно предприятие уже начало работать. Второе предприятие, которое сейчас в стадии, значит, реализации проекта. Планируется открытие, оно зарегистрировано, планируется открытие фермерского хозяйства, которое будет около 500 гектар земли, значит, которое планирует, значит, заняться семеноводством и разведением крупнорогатого скота. По фермерским хозяйствам, которых и планируется 3, порядка 10 рабочих мест открыть. Специалисты управления отдела Могилевского облвыконкама у складе рабочей группы планируют побывать у каждом районе. Наступная справоздача у Крычевского. Татьяна Сергійчик, Александр Тарасов. Новини региона. Безпечные умовы працы и сучасные подходы до оховы правоработников у малым и средним бизнесе. На Могилевщине проходит месячник безпеки працы, який призваны звернуть увагу менавіта на организации, что не подпорядковываются ведомством. У основном это приватные предприемства. Згодно белорусского законодавства, наймальники усіх форма власности несут отказность за життё и здоровье принятых на працу людей. Сучасное могилевское предприятие с приватным капиталом. Вырабатывают газосиликатные блоки. На этом заводе у нескольких змен працуют больше за 100 человек. У процессе задействованы великие краны, горячие печи, складанные механизмы. Следить за людьми, чтобы никуда руки не всунули, чтобы были застегнуты в шапках, в рукавицах. То есть вы всегда работаете в спецодежде? Да, в спецодежде у нас заменяемая спецодежда есть. Если вымазалась, значит, у человека другая есть спецодежда заменяемая. А пошним часом на предприемстве сделали ставку на модернизацию. Это не только уплывает на продукционность, говорит керавництво. Автоматизация процесса позволяет повысить уровень безопасности працовников. А это немаловажно и для выхода на замежные рынки. Люди не находятся около вращающихся механизмов. Купили машину упаковочную, вы видели, полностью автоматизированная система упаковки у нас работает. На сегодняшний день мы установили полностью всевозможные ограждения. У параунанни с летышним выпадком вытворчего травматизма в области не стало больше. Однако такая стабильность не радуя, бо за каждым из несчастных выпадков стоять реальные люди и их семьи. Подчас теперешнего месячника по охове працы особливую увагу надают предприемствам приватной формы уласности. С початку года с 8 человек, которые загинули на вытворчести, 3 у организациях малого и среднего бизнеса. Результаты месячники, так, это то, что, как правило, вот в той отрасли, в которой проводится месячник, в период проведения месячника, так, действительно, это как бы немножко позволяет активизировать работу, промониторить даже самим себя, организациям по вопросам охраны труда, и, как правило, в ходе месячников несчастных случаев в этой отрасли не происходит. Месячники, как правило, показывают вот, из раза в раз вот такие тенденции. По-ранейшему, сярод самых травмонебезпечных сфер працы – агропромысловый комплекс, лесогосподарка и будовництва. До того ж, как показывает практика, у полове выпадков вину за трагедию несут не только наймальники, але и працовные, которые не выполняют потребования техники безопасности. Катерина Городницкая, Александр Тарасов, Миколай Соболев. Новини региона.
С 2004 года у Беларуси укоронили систему обовязкового страхования выпадков травматизма на вытворчести. Это дало махчимость систематизовать и изнять некоторые острые пытания по оказанию допомоги потерпелым. На сегодняшний день это страховые взносы в области платят 42 тысячи субъектов. Обовязковые страховые взносы платят усе юридичные и физичные особы, которые наймают людей. Таким чином, усе, кто працует официально, застрахованные. Юридические лица сегодня платят два вида взносов. 0,1% от всех выплат физическому лицу, то есть человеку работающему, включая премии, доплаты и так далее. 0,1% платит бюджетной организации и 0,6% от таких же выплат платят юридические лица, имеющие хозяйственную деятельность. По разных пунктах обовязкового страхования травматизма на вытворчести проз областный филиал Белдержстраха выплаты отримовывают больше за 4 тысячи жихаров Могилевщины. Это оплата лечения, леков, реабилитации, необходимые выплаты у выпадку смерти працовника. Мы рассматриваем только варианты работающих сегодня. А где кто работал раньше, это совершенно не учитывается. Если он работает в России, на него не поступают страховые взносы, мы, конечно, его не обслуживаем. Разом с тем, особы, которые обязаны уносить страховые выплаты по страхованию травматизма на вытворчести, запозычили 12 миллионов рублей. Останки 19 солдат перепахавалі у вёсцы Красніца Быхаўскага района. Гэта вынік патрыятычнай экспедыцыі пад назвай «Вахта памяці» па месцах баю Вялікай айчыннай вайны. Сёлета да пошуковиков 52-го специализованного батальона Министерства обороны долучились патриотичные группы Могилевской организации «Викру». Подчас вахты памяти, якую вели пошуковики на месцы серьезных боев, удалось знайти медальон и прочитать его. Он належал Шутову Ивану Кирилловичу Запорожской области Куйбышевского района. По архивах он сгинул без весток. Ушановать память червоноармейца приехали родные. Я и говорила, и буду говорить, это святые люди. Отдавать вот сколько времени, силы для этого, чтобы найти тех, которых мы считаем погибшими, и, вернее, без вести пропавшими, и сообщить нам о том, что они геройски погибли, что мы можем знать, где останки их, приехать при возможности, поклониться, поблагодарить. Ну, безусловно, это только этим людям, которые ищут, что они неравнодушны к судьбе каждого солдата, который погиб. Спасибо им огромное. Низкий поклон им до земли. Дякуючи вахте памяти, перезахованные у братские могилы останки больше за 900 солдат, установлены имены 70 червоноармейцев, а по архивах больше 16 тысяч. Одразу две трагедии отбылись на дорогах Могилевской области за минулые выходные. Так у Крышевском районе загинул 19-годовый мотоциклист. Згодно по передней информации инспектора УДАИ, недалеко от вёски Сычик, могилевчанин неправильно обрал хуткость и не справился с кированием мотоцикла. У вынику он съехал кювет и сутыкнулся с древом. У Быхове у аварии загинул автомобилист из России. Автомобиль Митсубиси под его кированием урезался у будинок на закруглении дороги на улице Советской. Водитель их Кавушки от отриманных травм загинул, ему был 41 год. До уваги аматоров тихого полявания и сборщиков ягод. 10 годин шукали выратовальники грибника у Бабруйском лесе побач с вёской Дубовка. Про то, что у 43-годового мужчина еще раницей пошел в лес за грибами и покуль не вернулся, у милиции оподне рассказали его родные. Одразу сформировали вартовальную группу супрацовников Министерства по надзвычайных ситуациях. У 10 годин вечера мужчину знайшли. Допомогли у гэтым сигналы спецтехники, на якія ён и вышел. У сезон тихого полявания выратовальники нагадывают, каб не стать шарховым заложником лесу, треба притримливаться минимальных правил. Нельга ходить у лес по одному, а день и обуток повинны быть не только зручными, але и зауважными сдалек. Обовязково брать мобильный телефон зараженной батареей, а так само компас, воду, леки, нож и запалки. И не забывайтеся говорить родным про свой поход, маршрут и час вертания. С золотом и сребром с Польши, где завершился молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике. Тут белорусы завоевали 3 медали, 2 из яких на рахунку представников Могилевской области. Так, Кристина Тимановская-Склимович стала сребреным призером на дистанции 100 метров. А Дмитрий Набоков, выхованец Белынинской школы, завоевал золото по скоках у вышиню. Обо два спортсмена уваходят у склад национальной сборной.
У самой велосипедной вёсцы Беларуси прошли традиционные велогонки имя героя Советского Союза и ведомого жыхара Мышкавіш Кирилла Орловского. Сёлета у программу турниру до звычайных гонок по шашы организаторы добавили и самую короткую дистанцию – символичная 100 метров для самых маленьких. Про тех, кто змагался и перемагал, расскажет Андрей Шуляк. Внимание! Марш! 28 самых маленьких жыхароў Мышкавіш долучыліся до одной со старейших велогонок Беларуси. Сёлета яна прайшла у 49-й раз и собрала мацнейших гонщиков республики. На початку першага дня мемориала уся увага юным чемпионам. Ну, вот немного страшно на том вот конце поворота. Но потом я понял, что надо его взять. Удельники гонки змагаліся, не обыходзілася і без падзенняў. Але кожны даехаў да фінішу, дзе чакалі прызы. Уручаў іх алімпійскі чэмпіён Олег Логвінаў. Вядомы спартсмен не ўпершыню прыязджае ў Мышкавічы. Мы здесь практически каждый год бываем, нам здесь очень нравится. Но это уже традиционное соревнование, которое проводится у нас в республике. У гонках сярод дарослых прыняла ўдзел з паўсотні лепшых у Беларусі. Сярод іх і Кирыл Алексеев. Для яго гэты турнір асаблівы. Ён нарадзіўся на гэтай зямлі. Отсюль и пошел у великий спорт. Родная для себя трасса абсолютно, да? Да. Как планируешь на ней выступить? По ситуации гонки. Ну, стоишь-то первым. Буду стараться. И первым приехать, да? Да. На финиш 135-километровой гонки Кирилл приехал за лидирующим пелетоном. Перемогли минчане. Яны отримали и командный кубок мемориала, який носит имя Кирилла Орловского, герой Советского Союза и ведомого жыхара Мышкавіч. Праз год тут соберутся на юбилейный 50-й турнир. Мясцовые жыхары спадзяются на перемогу своих выхованцев. Час подрыхтоваться есть. Андрей Шуляк, Александр Артемьев, новин региона. 17 липеня завершился прием документов у высшейшей навучальной установы на бюджетную форму навучания. По традиции, самые массовые дни были первые и в субботу. Великую допомогу в проведении этой кампании оказали теперешние студенты. До речи, эта волонтерская работа будет залечена им у працовный стаж. Андрей уважливо подлічвае бал атэстата абітурыентаў, сумуе с балами сертификатаў. Кажа, что хотя и редко, однако бывают помылки как у бок павелічэння, так и наадварот. Довольно много людей. Вот работа как бы папка большая, поэтому работы много, люди ходят и все. Ну, как бы заходишь сюда мало людей, но по личным делам тут посмотришь и куча личных дел. Штодня падчас уступнай кампаніі ВНУ Магілёўшыны прымалі да сотні абітурыентаў, кансультацыі, рэгістрацыя, прыём дакументаў. Уся гэтая справа на плячах студэнтаў. У рэктараце кажуць, некалькі год таму паспрабавалі іх задзейнічаць падчас канікул і пераканаліся. Цудоўны выбар. Оплата студентам, да, есть в качестве премии уже по итогам работы. Университет старается их поощрить таким образом. Это то же самое идет, как студенческий отряд, синонимы ему или как это? Это, наверное, как-то параллельно студенческим отрядом. В целом очень похожа работа, но немного отличается. Ну, наверное, формат тот же остался. У Магілёўскай вобласці падчас уступнай кампаніі у валанцёрскіх атрадах заняты 110 студэнтаў. Яны працуюць ва ўсіх вышэйшых навучальных установах. Татьяна Сергейчык, Александр Тарасаў, навіны рэгіёна. Теплое надворье нарешті прийшло на Могилевщину. На гэтым тыдні синоптики прогнозуют комфортные температуры до 25, вышэй за 0 и только месцами короткочасовые дожди. Сонечный початок працовного тыдню отзначил настрой на бягучие 7 дён. По информации об облгидромету, 18 липеня по области у день чекается до плюс 24. У Могилеве плюс 20-22 без истотных опадков. У сераду так само сонечно, 23 выше за 0. Короткочасовые дожди только у особных районах. У четверг 20 липеня на Могилевщине прогнозуется до 25 со знаком плюс магчимые опадки. Такое же надворье чекается до конца тыдню. Температура целком комфортная, бодай что у ночи будет только до 12 градусов. У целом у теперешних умовах такое надворье уже можно называть летним. Наши новины доступны на сайте tvrmogilev.by. Ну а я с вами развитываюсь. Дякую за увагу. До встречи. We'll be right back.